Привет, с вами Конан Ваня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня я решила вырезать видео, отредактировать не через свою любимую киностудию программу, да, а решила прямо на Ютубе, думаю, выгружу и отредактирую. И поняла, что там этого нету. Была очень-очень удивлена этим. И оказывается, мы сейчас можем резать видео абсолютно по-другому. Сначала мы с вами нажимаем на видео, которое вам бы хотелось разрезать, да? Сейчас посмотрим, да? Вот, допустим, как режут новые ножницы, да? То есть я на него нажимаю. Потом ставлю на паузу, нажимаю «Изменить видео». Тут вот есть «Улучшить видео». И вот тут можно сделать автокоррекцию и стабилизацию. Да? То есть смотрите, допустим, сейчас вот так. Коллеги, с вами Кононова Анна, интернет-проект «Фаберлик Онлайн». Сегодня... Вот видели, камера дергается немножко, и можно сделать так, чтобы камера не дергалась. Но самое интересное, что вот обрезка у нас теперь находится тут. Доброго времени суток, да. Вот, и тут нужно листать и разделять. Тут я их где-то пошла мыть и очень долго мыла, потому что после колбасы они, ну, плохо мылись у меня. Жир был, а я все прибрала, средства для мытья посуды убрала. И так получилось, что мне пришлось долго их мыть. Я вот решила этот момент. И я сейчас буду это искать. Вот видите, мою, как раз получилось долго. Тут я нажала разделить. И разделение, вот как вы видите, вот сейчас так выглядит. Сейчас я все это помою, я так понимаю. Схожу его, вытру полотенце, и потом буду смотреть, как оно дальше. Вот я, значит, помыла. Если я прозевала момент, то я могу так вот перевернуть и вот опять делить. Так, ждем. Я думаю, что салаты делают не все, и если потестировать, да, то, в принципе, этими ножницами очень удобно. Вот, значит, делю. И вот это место я могу удалить. Я его удаляю, и оно потом слепляется, да, таким вот образом. Ну, очень, конечно, интересно. То есть прорезает до конца классными такими дольками. Вот. Так, да, то есть, и когда вы посмотрели, если вам все нравится, вы нажимаете готово. Вот, и у вас оно уже делается, да. И далее, значит, повернуть налево, направо, это ничего не нужно. Ускорение, сами понимаете, что оно у вас заговорит намного быстрее. Далее, значит, вы можете поменять, как вы видите, цвет видео, но я вам тут не рекомендую. Размытие, да, то есть размыть лица, еще что-то, да, тут появилось. Сохранить видео как новое, восстановить исходное видео или просто сохранить. Вот тоже интересно, да, вот. И, конечно же, еще можно прошить музыкой, если вам захочется, но сначала нужно сохранить, потом прошивать. Конечная заставка и точка аннотации. Тут же появляются подсказки. Тоже остаюсь на странице, потому что не сохранено. Обработка может занять, значит, сохранить. И тут вот как раз, когда выходят вот эти вот подсказочки у вас, да, давайте я сейчас... Идет обработка. Давайте, вот у меня есть видео. Вот такое вот. Я его сейчас возьму в пример.
Значит, давайте возьмем подсказку. Субтитры я не знаю, что это такое. Да, то есть добавить подсказку. Доброго времени суток. На какой минуте, да, то есть, допустим, вот тут можете добавить подсказку. Видео или плейлист, да, можете добавить канал, продвижение другого канала, опрос, приглашение зрителей принять участие в опросе и ссылка на ваш веб-сайт. Вот, то есть тут вы можете в видео, я так понимаю, создавать опросы, да, и тут вот написано, вы желаете, допустим, покупать со скидкой 20%. Вы желаете покупать со скидкой 20%. Вот. И также виден в теме подсказки изменить, да? То есть и тут да, допустим, нет. Что-то типа этого, да? Я сейчас отменю. Также можете добавить подсказку видео, плейлист, канал, опрос или ссылка. Тоже тут очень интересно. Видео или плейлист, продвижение ролика, да, то есть конечная заставка и аннотации. Добавить подсказку. Угу. 5 видео, плейлист, подписка, да, тоже вот у меня добавлено, как вам сказать, сейчас добавлено, что посмотрите мой ролик, да, Анны Кононовой, аудио. Давайте посмотрим. Да, прошить можно какой-то. Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, Кононова Виктория. Так, и очень громко. Любовь Георгий. Да, и прошиваем. Доброго времени суток, дорогие коллеги. Да, и вот смотрите, стало с музыкой. Так. Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова. Вот. Такую вот погоду. Вот. Ага, не на все музыка, да? Да, вот Виктория Мирина. Что такое позиционировать? Скажи, я сейчас буду мерить новую красоту. Мне кажется, что тут звук, он превышает норму и перебивается, да, то есть я вот не буду сейчас ничего делать, то есть я восстановлю исходное видео, я не буду прошивать музыкой, потому что слишком звук сильный, даже если я убавляю звук, он все равно мой говор превышает, да, то есть вот таким вот образом, да, сейчас идет обработка, и уже вырезанное видео будет выгружено, вот, то есть как бы очень даже интересно, и причем я могу это видео обрабатывать вот таким вот образом, да, то есть не обязательно через киностудию, я могу вырезать спокойно на ютубе уже готовое видео, причем оно не будет у нас даже, когда же вам сказать, оно не будет у нас меняться в названии ни в чем. Вот. Сейчас вот тут есть информация и настройки. Я его также добавлю. У меня, видите, оно стоит в ограниченном доступе. Я его добавлю в открытом доступе. И тут же добавлю в плейлист вебинары и обзоры по продукции. Вот. Единственное, что дату публикации тут уже не выберешь, да, вот 17-е время загрузки, так, дату публикации уже не выбрать, да, то есть, а я, по идее, при загрузке видео, да, я, допустим, за один день могу снять 5-6 обзоров и каждый день их выгружать по дате публикации. Вот я когда буду выгружать, то вы обязательно сниму ролик, чтобы вы об этом знали. Вот знаете, сейчас видео режется по-новому, кто плохо на ютубе ориентируется, обязательно знайте, и я думаю, мое видео вам поможет. Я нажимаю «Публиковать», ну, в принципе, и все, я думаю, что видео после обработки уже будет готово. Доброго времени суток, дорогие. Вот и все. Ну что ж, все. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.